Проигрыватель виниловых пластинок. Модель называется Fisher MT35R. Это полуавтоматическая вертушка пасекового привода. Значит, состояние очень хорошее. Крышка без сколов и трещин темного стекла. Пасек заменен новый. Слип-мат мягкий. Вот он пасек. Значит, стилус Pioneer 230T, тоже новый. Вот. Звучание с ним великолепное. Аппарат оснащен двумя скоростями, 33-45, вот этим вот клавишей переключаются скорости. Полуавтоматическая вертушка, это значит, при постановке надо только поставить на начало композиции, проиграет, поднимется, вернется, запаркуется, отключится. Если надоело во время воспроизведения, нажимаете вот эту кнопку, и она тоже поднимется, вернется, припаркуется. Аппарат на 220 вольт, производство Япония. Несъемный хвост, вот так вот моделька выглядит, Made in Japan. Вот такой серийный номер. Стоковый провод. Фонокабель заканчивается разъемами РЦА с заземлением, с вилочкой. Вот, ну давайте послушаем. Ставим нашу пластинку, как всегда, за которую не банят. Значит, что нужно сделать? Вывести зацепление, поднять тонар. Вот она запускается. Опускаем. И полилась мелодия. Проверим правый канал, левый канал, правый, стерео, левый. Вот про что я говорил. Ну, мы послушаем, как она работает на 33-45. Можно и руками переводить, но лучше вот этим рычажком. В комплекте переходник на 45.
электрические. Все, припарковалась, закрыли, это сюда, пластиночку снять. Значит, подведем итог. Картридж Пионер, новый пасек, модель Fisher MT35R, производство Япония, питание 220 вольт. Это все, спасибо.